Здесь машины заезжают, посмотрите, а что здесь такое? А что творится? Народ, что он здесь строит? Не знаю, отсюда ты знаешь? И я не знаю. Обалдеть, слушай, что-то он тут понастроил, жесть. Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы продолжаем с вами играть City Skylines, продолжаем строить наш город. Итак, спасибо большое за подсказки в комментариях, мне вот подсказали, что здесь желтеют у нас деревья, а это обозначает то, что, ну, как бы сказать, скоро парк может быть и не очень таким веселым местом для наших жителей. Пока что он, конечно, в нормальной эксплуатации, но я все-таки хочу изменить это место. Так, секундочку, давайте поставим паузу, у меня очень большая потребность в жилых зонах. Так, я думаю, все-таки убрать отсюда парк. Давайте, может, здесь поставим, ну, не знаю, что-нибудь, какие-нибудь торговые зоны. Скорее всего, так. А парк перенесем, наверное, куда-нибудь сюда вниз. У нас получится один парк здесь, который охватывает эту зону. Один парк здесь, который охватывает эту зону. Я думаю, замкнется, все хорошо. И я все-таки хочу вот отсюда перенести мусорку, потому что в эту сторону я потом хочу двинуть население. Ну, точнее, двинуть жилые зоны и что-нибудь еще придумать здесь интересное. Итак, давайте начинать, соответственно, во-первых, мы... А мы тебя можем просто перенести, интересно? Нет, переместить это здание мы с вами не можем. Так, тогда нам нужно с вами строить... Кстати, вот это когда мы откроем? Когда у нас будет 6500 населения? Ну да, пока что мы еще не откроем. Значит, это не очень хорошо. Вот так. Господи, производство отходов. Что вот это за зона? Она будет негативно влиять на нашу промышленную зону или как? Я просто вообще не знаю, честно говоря. Ну ладно, давайте экспериментировать, потому что, как я уже сказал, раньше я не играл в эту игру и, честно говоря, не представляю, как это все будет коррелировать с друг дружкой, как это будет все работать. Так, это мы сделали. Так, секундочку, закрывайся. Ага. Теперь тебя мы нафиг продаем. Давай. Объект не очищен. Что это значит? А как его очистить? Освободить здание, да? Вот так. Мусоровозов используется. Свалка. 44 заполненность. Еще раз. Объект не очищен. То есть они сейчас, по идее, должны очистить здесь все от мусора и перевести на другую свалку. Так что ли, да? А, вот оно что. Ну ладно, ладно, запомним. Хорошо. Да, хочу снести это здание. Да, все верно. Здесь мы с вами построим торговую зону. Так, секундочку, так не надо делать. Дальше давайте. Денег у нас довольно-таки много. Расширим вот эту зону. И мне все-таки нравится строить вот эти большие дороги, потому что в будущем я планирую эту зону сделать зоной плотной застройки. Здесь могут начаться пробки. А элитное жилье можно будет где-нибудь вынести вот сюда на реку, либо вот сюда. Я подумаю еще в будущем, как это сделать. Мы все будем перестраивать, посмотрим. У нас еще очень много разных построек не открыто. Итак, продолжаем. Давай поставим пока что на паузу, поставим на паузу. И будем строить с тобой. Хорошо. Нам нужно вытащить вот эту дорогу. Сюда продвинуть. Так, отлично, протягиваем дорогу вот сюда. Есть. Теперь нужно соединить вот эти. Черт, не так. Ровно, блин, неровно получилось, зараза, мышка дернулась. Давай, вот так. Там были недовольны у нас жители, но что поделать, вот так вот. Отлично, запускаем время, потому что деньги у нас с вами заканчиваются. Я тут немножко ландшафт повыравнивал, окей. Сюда жилая зона пошла, сюда. А здесь мы с вами немножко продолжим торговую зону. Здесь тоже торговую. Теперь... вот эти, вот здесь вот я хочу все-таки замкнуть, вот дальше не тащить эти дороги, потому что здесь я хотел сделать потом богатый район. Ага, так что вот здесь у нас будет вот так вот замыкаться все. Есть. Опс, не этим, пардон. Пардон, не этим. А, здесь уже строиться началось, ты посмотри, а. Нет, нет, здесь этого не будет. Здесь у нас жилая зона. Черт, жилая зона. Есть, вот так вот, это тоже почистим. Отлично, есть. Да, здесь я хотел в излучине реки. Вот здесь так красивый пейзаж, классный здесь. Ну, не знаю, мне кажется, людям понравится жить. Хотя река шумит. Как кто их знает, может понравится, может нет. Окей, здесь началось строительство. И вернуться вот сюда, к этой зоне. Так, что у нас здесь с тобой происходит? Что со свалкой у нас? Что у нас со свалкой?
Свалка используется для хранения мусоровозов. Используется. Почему место объект не очищен? Что значит? А как его очистить? Что-то я здесь не то делаю. А как его очистить? Что такое? Что тебе не нравится, мой друг? Объект не очищен. Активно. Ну-ка. Подожди. Да не надо ничего строить. Так, секундочку. Выселение. Вот, выселение. Объект очищается. Вот, все, объект очищается. Все нормально. Значит, они отсюда перевозят мусор весь вот сюда, как я понимаю, да? Все в порядке. Хорошо, возвращаемся к этому месту. Здесь я хотел провести... А, вот здесь я поставил... Да, ну ладно, ничего страшного. Снесем. Господи, ничего страшного. Извините меня. Извините меня за это. И вот тут у нас получается провал, честно говоря, из-за этого. Но мы это можем с вами решить, потому что здесь свалка. Я, честно говоря, не знаю, как со свалкой что-то строить. И вообще, нужно ли там что-то строить? Может, здесь просто какую-нибудь пожарку еще поставить? Или полицейский участок, или... Ну, я не знаю, им тоже, наверное, не понравится рядом со свалкой находиться. Так, хорошо. Здесь мы можем сделать с вами... Нет, не так. Вот так. Нет, еще левее. Вот так вот. Вот так можем сделать. А вот, тихо. Так, можем сделать? Можем, отлично. И вот, как-нибудь, ну, например, так, да. Да нормально, вот это место, бог с ним. Так, соответственно, здесь у нас с вами пойдут в основном промышленные зоны, да. Вот так вот промышленная зона пойдет. Ну, там понятно, там мы какие-нибудь цветочки посадим, там ничего сделать особо было нельзя. Здесь у нас торговая зона пойдет, здесь тоже ничего сделать нельзя. Хорошо, и здесь мы с вами продолжаем строить промышленные зоны. Они нам нужны, они нам принесут больше денег. Хорошо, спасибо. Вот так вот. Есть, все путем. Здесь у нас сейчас начнет строиться. О, господи, вот эта свалка, конечно, в этом месте, она как-то меня немножко напрягает. Давай еще раз посмотрим. Она цепляет вот этих? Нет, она справа ничего не цепляет. Ну, промышленную зону цепляет. Ну, в общем, тем, кто будет работать со свалкой, блин, не повезло. Потом мы свалку, безусловно, уберем и поставим завод где-нибудь, утилизационный завод. Вместо того, чтобы накапливать мусор, почему бы его не сжечь? Преобразовывая в электроэнергию, утилизационный завод нужен именно для этого. Ну, замечательно. Вот именно мы его и построим где-нибудь, когда у нас с вами будет достаточно населения, чтобы, ну, не знаю, чтобы не так сильно загрязнять нашим жителям атмосферу и вообще, чтобы не воняло. Вот. Это какой-то прошлый век, эти свалки. Хорошо, здесь у нас идет с вами заселение полным ходом. Как у нас там вообще с этапами, что у нас происходит? Нам нужно с вами 4200. Ага, понятно, деньги у нас с вами есть. Это я хотел здесь замкнуть. И продолжить строительство я хотел в правую сторону. Но здесь у нас с вами стоит лэп. С лэп мы разберемся. Мы можем тебя переместить немножко? Давай как-нибудь тебя вот, не знаю, все это симметрично поставим. Тихо, вот так вот. Ну здесь, конечно, непонятно, как это вот все с симметрией. Нужна эта симметрия, не нужна эта симметрия. Давай. Ну, вообще, как бы прикольно. Как бы прикольно должно получаться, когда все симметрично, все красиво, все замечательно, да? Так, вот в один ряд. И вас выстроим как-нибудь вот так вот в один ряд. Вдоль реки. Вот так вот. Ну, 6 мегаватт, так 6 мегаватт. Я решил что-то по красоте все сделать. У нас энергия так. Понятно, значит, ну потом еще один поставим. Электричество идет, соответственно, мы на самом деле лэп можем с вами протянуть просто вот отсюда, вот сюда, и дальше он будет расползаться вдаль. Здесь мы вас трогать не будем, потому что я много денег на это сейчас потратил. Но ничего, мне нравится как-то вот так вот по капельке немножко улучшать все это дело, и вот... Мне именно так нравится строить, чтобы оно как-то, не знаю, симметрично было и красиво, и гармонично все выглядело. Так, хорошо, вас мы можем спокойненько уничтожать. Что там? Детектор дыма спас моего кота. Ну, понятненько, хорошо, это мы все спокойно уничтожаем. Давай. А у нас деньги возвращаются. Ну, чуть-чуть, кстати, денег даже возвращается. Это хорошо. Все, замечательно. Есть, это мы сделали. У нас электричество должно отсюда идти, никаких проблем нету. Мы можем двинуться с вами в ту сторону, по идее. Что я хочу сделать? Здесь можно сделать тоже что-нибудь очень красивое. Здесь я хотел парк поставить. Здесь я хотел поставить ребятам парк, маленькая игровая площадка. Вот, парк я хотел поставить именно здесь, потому что они как-то им здесь не... Здание нужно размещать вдоль дороги.
А, мне здесь дороги не хватает, да? Давай достроим, давай чутка достроим. Так, бам. Теперь парк. А это что такое? Парк для выгула собак. Ху-ху, нет, спасибо, не надо. А что тебе не нравится? Во-во-во-во-во, он как-то не зацепился почему-то. Есть. Отлично. Людям стало веселее. Это хорошо. И осталось немножко денежек поднакопить, потому что с деньгами вообще беда. А нам по-прежнему жестко не хватает с вами населения. Очень-очень нужны рабочие руки. Так, секунду, давай тогда вот отсюда. Не так. Вот так, все верно. Замкнуть не можем. Хорошо, 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 ничего страшного. Уберем. Теперь еще раз. Вот отсюда. Нет. Вот отсюда тянем сюда. Есть. И слишком коротко, тихо-тихо-тихо. И вот сюда. Ровно? Неровно. Блин, неровно. Плохо вышло. Плохо вышло. Тихо. Давай вот так вот. Да. И вот отсюда мы затягиваем сюда. Отлично получилось. Но этим не нравится, ничего страшного. Им постоянно что-то не нравится, что поделать. Идет строительство. Строительство — это шум, гам. И вообще всякие неприятные вещи. Так, хорошо, это мы построили. Здесь мы им ставим торговые центры. Есть. А здесь у них парк. И здесь у них еще одна жилая зона. Пускай идет. Отлично. Отлично. Единственное, сюда у нас не дотягивает автобусный маршрут, если я не ошибаюсь. Сюда не идет. Ага, ага, ага. А где он у нас? Вот, автобус, да? Построить еще один автобусный маршрут. Но он должен быть закольцован. Он должен быть закольцован. Так, как мы с тобой можем его сделать? Давай вот так поставим, да? А почему? А, он так хочет идти, да? Ну, пускай, пускай идет так. 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 Тихо. Ну, ладно, так, пускай идет. Так. Ай, воды нет, тихо, 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 стоп. Воды у людей нет. Подожди, подожди, подожди. Кто же без воды станет жить? Я не стану жить. Без воды жить сложно. Так, 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 так. А вот если вот как-нибудь вот так его провести, да? Вот сюда, смотри, вот сюда он пойдет. Раз. Дальше вот сюда пойдет. А дальше мы как его с тобой пустим. Чтобы вот эти тоже районы охватывало, а то там вообще не охватываются районы. А, вот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, подожди, а что ты как-то странно. А, я его не туда поставил. Тогда вот этот уберем. Последний, подожди, вот этот уберем. Тихо-тихо-тихо, не расстраиваемся, ребятки, не расстраиваемся. Все в порядке, все в порядке. Сейчас построим. Сейчас мы все построим. Вот так пойдет. Чтобы все обхватывал, все охватывал. Есть. И вот сюда мы его загнем. Вот как-нибудь вот так вот. Как же это здесь дико получилось. Он здесь дико будет круг такой давать. А, у нас не хватает с вами энергии и не хватает воды. Да, давайте воду проводить. Воду, воду, воду. Ну, это легко. Это легко. Мы ставим так. А, нет. Вот. Тихо. Вот так. Мне уже говорили, что замыкать не обязательно. Ну, я просто говорю, вот, ну, мне нравится, когда все так вот. Когда оно замкнуто. Вот, чтобы, не знаю, вот нравится мне так вот. Чтобы вот так было. Отлично. Вода пошла. Время запустили. Электричество мы с тобой сейчас еще поставим. Давай поставим 7. Вот так. И вот так. Есть, электроэнергия пошла. Электроэнергия пошла. Деньги накапливаются. Прирост населения у нас с тобой 47. Вообще супер. Просто супер. У нас совсем чуть-чуть осталось добрать. Всего лишь, ну, где-то 600 жителей. У нас будет следующий этап. Так, что у нас здесь происходит? Здесь все у нас строится, все хорошо. Школа. Школа, школа, школа. Где школа была? Где-то... Вот она, младшая школа, да? Начальная школа. 299 из 300. Слушай, нужно срочно строить еще одну школу. Где мы с тобой ее построим? А построим мы ее, давай тогда убирать вот эти вот зоны. Стоп. Стоп, мы убираем вот эту зону, вот это все убираем. Зона, ее чистим. Отлично, нее здесь не будет. И отходы, где школа у нас? Вот эта школа. Ставим младшую школу вот тут. Есть, отлично, есть, эти все довольны. Здесь почему-то красное что-то людям немножко не нравится, я не знаю что. Кстати, вот тут я немного переборщил, но мне кажется... да, я вот тут немножко переборщил с зоной, она здесь не нужна. Здесь я переборщил, здесь вот так вот должно быть. Есть, здесь все в порядке. Хорошо, high school, что у нас со старшей школой, давай посмотрим. А где она у нас? Где у нас эти
малолетние бандиты. Вот они вот здесь сидят, да? 834 из 1000 тоже маловато. Скоро понадобится еще одну высшую школу строить. А ее, кстати, можно будет построить в этом месте, да? Ну а почему бы и нет? Да давай построим. Денег у нас хватит? Нет, денег пока не хватает. Нужно... Ого, 24 тысячи, да? Она дорогая, зараза. Ладно, пускай пока население прирастает. И так как у нас с вами до сих пор не хватает огромного количества населения, то есть большой запрос в населении, запрос... Так, мы можем вот эту главную дорогу продолжить. Да, место уже занято, я все понимаю. Это мы просто уберем. Подтвердите снос, сооружение будет снесено. А что за сооружение-то? Ой, а что это? А, это парк этот самый, да? Ага, это красивая штука. Подожди, тогда мы его... Японский сад это у нас. Этот японский сад мы сюда поставим? Есть. Вот этот мы снесем? Да. Ну ладно вам, у вас этот есть, не расстраивайтесь. Все хорошо. Че вам? Зачем у вас столько японских садов? Продолжим дорогу вот сюда. Есть. Отлично. Здесь пускай лэп пока что. А че я какую-то дорогу поставил? Зараза, я не ту дорогу поставил. Ай! Ай-яй! Карл! А хотя... А зачем мне такая широкая дорога здесь? Да пускай такая будет, пускай такая дорога будет. Так, вот здесь мы тоже убираем. Продолжаем строить вот такую дорогу. Пускай здесь такая дорога будет. Все нормально, все путем. Она у нас будет соединяться здесь вот по этой линии. Нет, правее. Вот так вот. Есть. Соответственно, давайте дальше здесь опять все тоже застраивать жилыми зонами. Здесь у меня есть идея интересная, как все это можно сделать. Ну, здесь мы какое-нибудь озеленение поставим в центре. Ну, просто чтобы было, чтобы людям было красиво. А в будущем мы, кстати, с дорогами тоже решим, потому что дороги там, если я не ошибаюсь, есть очень красивые, с деревьями, понимаете? Нам совсем чуть-чуть, кстати, не хватает до них. Но, правда, они, зараза, стоят дорого. Они очень дорого стоят. Так, здесь у меня была идея. Здесь можно... Я вот такую хотел сделать штуку интересную. Так, давай вот отсюда проведем. А, это неровно. Вот так вот. Нет? Вот так вот. Так неровно. Подожди. Подожди. Вот это мы уберем. Это мы уберем. Проведем ровно вот сюда. Как? Вот так? Вот так, да. Теперь. Нет, не так. Подожди. Тогда вот этот кусочек убираем. Что там? Бог с ним, пускай так будет. Пока на паузе. Вот так вот. Вот так вот. Есть. Здесь у нас тоже, я понимаю, что дыра, но это ничего страшного. Это я там тоже какое-нибудь озеленение сделаю, это все будет красиво. Здесь я хотел сделать что-нибудь такое необычное. Реально необычное. Ну, поэкспериментировать. Так, вот так вот. Есть. Теперь вот. А денег-то у меня хватит? Я не знаю, на мой эксперимент. Не знаю. Посмотрим. Зачем я это сейчас делаю? Не знаю, ребят. Вот так вот. Отлично. Вот. Что там? Все хорошо. Это расстояние... Это слишком короткое расстояние. Да не, нормальное расстояние, не придумывай. Вот так вот. И вот так вот. Опа. Насколько это все симметрично? Нет, немножко несимметрично. Вот здесь вот проблема какая-то, мне кажется, присутствует, да? Тихо. Тогда давай... Ага. Давай вот эту, наверное, часть немножко уберем. Вроде шикарно. Есть. Единственный момент, что я хочу здесь сделать. Мы ее пока что отсоединим. Вот я понимаю, что это экономически невыгодно. Блин, но мне хочется поэкспериментировать. Отсоединим. Хорошо. Здесь продолжим с вами строить. Здесь у нас... А почему воды нету? Воды, говорит, нету ему, да? Сейчас, подожди, сейчас мы тебе проложим. Ага, вода сюда у нас просто не поступает. Мы можем, что мы можем? А мы можем протянуть, наверное, вот отсюда. Вот так вот все. Замкнуть. Полностью обеспечив все водой. Есть? Обеспечили? Обеспечили. Есть. И... Отсюда? Нет, подожди, подожди, подожди. Подожди. Вот отсюда. Протянуть сюда. Есть. А отсюда же затянуть в ту сторону. Прям вот так вот и замкнуть вот так. Есть. С деньгами все в порядке. Деньги прям прут и прут. Деньги просто вообще нереально. Мы все успеваем прям строить, и деньги прибавляются. Это просто супер. Есть. Это будет вот так. Это будет вот так. В этих точках мы чего-нибудь поставим. А потом, сейчас пока что денег нету. Здесь будет торговая зона. Здесь будет, опять же, торговая зона.
Я не знаю, ребят, экспериментируем со строительством. Так, хорошо, замечательно. У нас еще прибавилось жилых зон. Полиция сдает что-то там. Что-то там полиция сдает. Подбарыживают. Что у нас с промышленными зонами? С ними все в порядке. А вот жилые зоны, по-прежнему в них очень большая потребность. Что мы будем с вами делать? Блин, стоит ли здесь еще чуть-чуть продвинуть? А мне хватит места, чтобы вот здесь вот так вот красиво сделать? Нет, не хватит. Я пока что оставлю так, как есть. Пока что оставим так, как есть. Ладно, здесь у нас что? А, здесь у нас учатся ребятки, если не ошибаюсь, да? Младшая школа, все правильно, младшая школа. Всем доброе утро, чудесный рассвет. Замечательно. Здесь, в принципе, все в порядке. Мусор приезжает, что поделать? С мусором что-то нужно делать. Очищение завершено, замечательно. Сносим, да. Нафиг убираем эту дрянь отсюда. Фу, загрязнение наконец-то там исчезло. Ага, здесь у нас... сад, вот это можно убрать. Этот вот какой-то, я не знаю, аппендикс получился, господи. Так, этот аппендикс можно нафиг отсюда убрать и... так, не очень хорошо. Давай вот это тоже тогда уберем. Это тоже тогда уберем. И вот... А оно не соединяется. А вот так? Нет. А вот так? Да. Вот так. Почему-то ему... слишком маленькое расстояние получается, да? Слишком маленькое расстояние здесь получается. Ладно, тогда мы тебя просто уберем. Ага. Здесь тогда сад получается, вот этот не в кассу абсолютно. Да, уберем сад пока что. Да ладно, я вам сейчас построю, подождите. Это мы сюда ставим, чтобы у нас... возвращаемся к нашей тематике симметрии. Это сюда... эй! А, не выходит. Не выходит так, да? Тихо. Вот так. Вот так. И вот так, есть. Извините. Пускай у вас вот здесь будет ваш японский сад. Возвращаем его вам, радуйтесь. И здесь у вас еще торговые зоны, потому что, в принципе, их не хватает. А вот здесь пускай люди селятся, вот с этой стороны раз. Так вот, хлоп, нормально. Теперь мы можем, в принципе, с вами замкнуть вот эти дороги. А оно мешает, да? Ну, вот так вот, нормально. Бум, и перекресток. Хорошо. А, это же не тот. Вау, районный городок. Ха-ха, классно, ребят, достигли численности 4200. Новая градостроительная политика у нас появилась. Определенные функции города или районов можно выделять, используя политики и планируя города. Уникальные сооружения, туризм, отдых, уникальные сооружения, специализация, нефтяная промышленность, бесплатный общественный транспорт. Прикольно, отсутствует доход от продаж билетов. Ну, что поделать, запрет грузового транспорта, это неинтересно. Можно строить вот эти красивые дороги суперские. И главное полицейское управление, пожарная станция, нефтяная электростанция и больница. Но нефтяная электростанция, это у нас будет загрязнение серьезное, да? Кстати, вот здесь я накосячил. Здесь я косякнул. Секунду, это мы уберем. Это вот так, это не получается. А вот так получается. Окей, а вот здесь так вот получается. Вот у нас вот здесь вот единственное место, где у нас косяк, да? А косяк из-за того, что мы здесь замкнули дорогу. А ее можно не замыкать вообще. Ее можно вообще не замыкать. Тогда вот это мы убираем. И вот так, чтобы не было косяка. Оп, у нас здесь, видите, можно построить... Я даже не знаю, что здесь построить. Ну, пускай будет парк. Парк не можем. Ага. Это косячное место, да, немножко... увеличивайте дороги, все дела. Угу. Это мы можем построить вот так вот. И вот здесь тоже такой маленький магазинчик. Все, отлично. Что я хотел сделать с этим местом? Он у нас в виде... Здесь угол неправильный. Ага. Деньги у нас... ух ты, господи, у нас с вами 93 тысячи. Обалдеть, деньги-то нужно тратить. Ой, елки-палки. Вы представляете, это нам за этап дали. Прикольно. Так, секундочку, дайте мне разобраться вот с этим местом. Так, отлично, я тут все исправляю, чтобы не было этого косяка. Да, это трата денег, я понимаю, но зато косяка не будет больше. Теперь давайте проведем вот здесь вот прямую. Есть, я здесь себе ориентир поставил, чтобы это был центр. Ага, его можно убрать. Соответственно, дорогу мы проводим вот сюда. Тоже у нас получается центр, замечательно. И... нужно закончить вершину сюда. Теперь мы можем однополосками соединить вот здесь. Вот так, секунду, давай сделаем так.
так. И вот так. Есть. Соответственно, тем самым мы себе обозначим вершины. Сюда. И сюда. Есть. Ага. Так, осталось только... Секундочку. Вот эти мы подчистим, потому что они слишком далеко у нас заходят. Мы не сможем здесь провести дорогу. Ну вот, отлично. Теперь мы добились идеальной симметрии здесь. Везде одинаковое количество клеток, одинаковое расстояние. Единственное, осталось у нас... так. Понять, как мы с вами хотим здесь строить. И что мы хотим здесь с вами строить. Секундочку. Если я так сделаю, ага, у меня немножко не получается. Так, вот здесь нужно убрать эту зону. То, что я здесь такие наметочки делал, это мы убираем по-быстрому. Так, хорошо, а если я дорогу вот так проведу? Так, да, нормально, все перекрывается, отлично. Так, перекрывается. Так, перекрывается, есть. Здесь мы это сделали. Здесь также. И здесь... Также есть, отлично. Да, вот это тоже нужно убрать пока что. Пока что временно это все дело уберем. Здесь машины заезжают, посмотрите. А что здесь такое? А что творится? Народ, что он здесь строит? Не знаю, отсюда ты знаешь. И я не знаю. Обалдеть, слушай, что-то он тут понастроил, жесть. Да сами, ребята, я не сам не знаю, что я здесь понастроил. В этом-то беда, я сам не знаю, что я здесь понастроил, понимаете? Вот такая вот фигня, ребятки. Вот такая вот ерунда выходит. Давайте вот здесь протянем эту дорогу сюда. Есть. Отлично. Здесь мы с вами делаем вот так. Шикарно. Есть. И у нас осталось только протащить вот здесь дорожку, и все. А почему-то я вот здесь ничего не могу сделать. Оно прям перескакивает. Видите, вот тут вот прям вот какое-то место такое дурное. Оно все время перескакивает. Что-то с дорогой не так. Подожди. А что не так с дорогой здесь может быть? Почему здесь такая ересь какая-то непонятная? Ну... Почему ты поворачиваешь? Здесь что-то не так с дорогой, да? Нужно это изменить. Нужно это изменить. Сюда. Ага, здесь я не дотянул дорогу немножко. Все, я все понял. Я немного не дотянул дорогу. Так, хорошо. Вот так вот. Есть. И теперь у нас все должно быть нормально здесь, да? Во, все идеально. Просто вот эти линии, они как бы мне показывают, все ли правильно сделано. Потому что если мы не можем протянуть, значит где-то какой-то косяк. Итак, и мы с вами на самом деле можем здесь построить такие красивые уже дороги. Вот такие. Здесь можно в центре провести одну такую дорогу. Тихо. Она будет такая вот у нас центральная. Отсюда туда идти. Просто красота. С деревьями, с озеленением. Просто шикарно. Здесь у нас вообще никаких пробок не может быть. И что же я здесь планирую сделать? В центре у меня будет вот эта вот деловая зона для... так, построить университет, чтобы в городе появились работники с нужной квалификацией. Да, кстати, университет, университет. А я могу его строить? Нет, а я его смогу только на следующем этапе строить. Так что запускаем время. Есть. То есть у меня вот этот центральный квадрат, он будет полностью отдан под деловую зону. Вот эти квадраты, они у нас будут торговыми зонами. Давайте все это дело сейчас обозначим. Здесь тоже, здесь тоже. Здесь почему-то какая-то неровность пошла, ну да ладно. Ничего страшного. Здесь какие-то неровности идут, я просто сам не понимаю, почему. Небольшие есть. Это вот, это пока, конечно, показатель, что косяк где-то. Где-то косяк. Хорошо, вот эта зона у нас тоже идет, она как полностью. Давайте мы ее подкрасим торговыми зонами угловые. Есть. Есть. У нас тоже здесь угловые все идет торговые. Не знаю, вот такая мне дикая какая-то задумочка. Дикая задумочка. Они уже там строиться начали. Нужно будет скоро электричество добавить. Паузу поставим пока что. Давай все быстро закрашивать. Нужно побольше сделать вот это. Вот этим. Вот так быстрее это получится. Да, отлично закрасили. И вот этот треугольник тоже. А, тут немножко косякнул. Убираем. Хорошо. Отлично, пока денег дофигища, нужно строить. Нужно строить. Давай воду протягивать. Вода пошла вот так. Вода пошла вот так. Вода пошла вот, предположим, так. Пускай немножко неровно, ничего страшного. Главное, чтобы все охватить. И два пересечения вот здесь вот. Плохо, плохо, плохо. Еще хуже. Ну, чуть-чуть получше, конечно, было, ну да ладно. Вот так вот, есть, ну, небольшое перекрестие. И вторая пошла. Ага, ага, ага. Так. Если я так сделаю, нет, так я не зацеплю. Ну, давай вот так вот еще одну, бог с ним, пускай будет. Пускай будет вот так вот, ничего страшного. Воды
много не бывает. И теперь мы здесь с вами можем закрашивать все вот это вот зелеными жилыми зонами. Вот это все мы с вами красим зелеными зонами. Тут что-то как-то непонятно. Ну, правда, жилые зоны здесь тоже будут такие высокой плотности. Но пока что такие, какие есть, такими и закрашиваем. Пускай селятся. Здесь тоже. Здесь тоже так же. Здесь мы сделаем луч, дорогу. Секунду. Это мы все сделаем. Все правильно. Здесь мы все закрашиваем жилыми. Отлично. И тут. Пыц. Я вот тут накосячил, да? Тут я накосячил, все правильно. Тут у нас вот торговая идет. Вот тут идет торговая зона, а тут опять жилая. Запускаем время, пускай едут, пускай селятся. Вот это опять у нас жилая пошла. Ага, здесь у нас, скорее всего, выезд будет какой-то. Ого, вот здесь у нас тоже будет жилая. Здесь никаких соприкосновений больше не будет. Отлично. Есть, ага. Здесь можно будет где-нибудь парк построить. И вот здесь можно будет парк построить. Можно даже здесь университет влепить. Мы это еще подумаем. Может быть, сразу вот здесь парк построить, нет? Не знаю. Надо думать, нужно решать. Ладно, пускай пока что так селится. Если что, мы их выселим. Время у нас пошло, давайте его немножко ускорим. Люди у нас должны прибавляться. Так, у нас опять перебои с электричеством, с энергией вот здесь. Ну, так что мы вот здесь вот влепим сейчас еще один. Нет, это 6. Вот так вот влепим, да? Давай, прилепляйся. Вот так влепим еще один. Есть. Энергии почти что хватает. И еще один. Замечательно. Так, а вот это что такое? Угольная электростанция. Да ну нафиг, нефтяная. Использует нефть для обеспечения города электричеством, но наносит большие уроны экологии. Да ну вас нафиг. Мы будем ждать гидроэлектростанцию и пока что ставить ветряки. Ну что поделать? Будем как-то вот справляться такими вещами, такими средствами. Я решил, что будет так у нас. Все, отлично. Здесь ветряки стоят, все красиво, все замечательно. Фух. Друзья мои, слушайте, а городочек наш становится все лучше и лучше, на мой взгляд. Что там у тебя? Что там, области? Все в порядке. Люди приезжают, вообще дикое количество. Изменения за неделю, просто очень быстро. Очень быстро заезжают к нам новые люди. У нас здесь идет строительство полным ходом. Конечно, они немножко не понимают, а что здесь такое будет? Ну, ребят, я вас здесь, конечно, посношу. В будущем построю немножко другие зоны. И это будет будущее очень-очень скоро. Но что поделать, пока что так. И, кстати, ну почему бы и нет? Можно здесь продолжить мое строительство. Угу. Так, вот как-то вот так вот, да? Да пускай так будет. Да что ж ты там такой недовольный, мой хороший? Все-таки одну линию я решил здесь добавить. Соответственно, это пойдет не так. Я здесь немножко маханул не туда. Так, давай чуть подальше. Есть. Теперь вот так вот, да. Хорошо. Выровняли. И ап. Неровно. Вот сюда. Есть. На самом деле вот так вот проще строить сейчас, когда у тебя вот чуть дальше заходит, а потом ты просто делаешь вот так вот, бумс, убрал хвостик и все, и у тебя снова ровно. У тебя все ровно и хорошо, у нас, между прочим, с жильем больше нет проблем, есть проблема опять с промышленными зонами, а с жильем проблем нету, люди заезжают. Фуф, и у нас новое здание, у нас главное управление полиции, стоимость 60 тысяч, да вы шутите, ребятушки, 60 тысяч. Пожарная станция. На пожарной станции может разместиться большее число пожарных и спецмашин, которые могут выехать на несколько пожаров одновременно. И что-то у нас там еще должно было быть. Больница. Слушайте, ну больница — это нужная вещь. Давайте больницу ставить вот здесь. Хочу ее здесь. Она сколько охватывает? Она очень много всего охватывает отсюда. Так что мы ее поставим вот здесь вот, и пускай будет, у нас будут очень довольные люди. И это замечательно. Это просто замечательно. Вот так она выглядит. Больных пока что используется машин скорой помощи 0, пациентов вылечено на прошлой неделе 0, пациентов 0,50, больница нужна для лечения горожан. Замечательно, ребятушки. Наш город становится реально все лучше и лучше. Вот это моя задумка, я попытаюсь ее нормально реализовать. А вот этот вот, конечно, аппендикс, вот этот аппендикс, он мне все портит. Я его потом просто вот отсюда уберу, потому что он весь вид портит, и мне это не нравится. А на этом давайте завершать этот выпуск. Я надеюсь, что вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Ой, какой здесь кошмар. Недостаточно пространства. Ой, это плохо.
Это плохо, это плохо. Давай еще одну вот так влепим. Подожди, не-не-не-не. Давай. Быстрее, дружище, быстрее. Быстрее, мусора много. Мяу. Потом мы этот вопрос с тобой решим, а пока что вот так вот пускай будет. Пока что пускай будет вот так вот, потому что там недостаточно пространства. Фуф, ну что ж, и на этом действительно давайте уже завершать этот выпуск. Здесь у нас началась проблема с водой, это мы решим в следующем выпуске. Здесь у нас проблема... С чем? С чем эта проблема? Подожди, уберись. Накапливаются сточные воды, почему? А, проблема и с водой, и с канализацией началась. То есть нам нужны еще один вот этот вот сброс, отводная труба, еще один насос. Но мы это все сделаем в следующем выпуске. Но это мы решим в будущем, а на этом давайте завершать. Еще раз спасибо за внимание. Надеюсь, что увижу вас в следующем выпуске. Удачи, друзья, пока.